Хотелось бы поздравить всех болельщиков Караганды с победой. Что касается игры, то в первом периоде начали вроде бы с хорошим движением, но потом соперник перехватил инициативу маленечко, но мы выровняли и перевели игру в ту зону. Во втором периоде мы добавили в движение, ну вот в итоге забили гол. В третьем периоде играли уже по счету. Далеко в зону глубоко не лезли, всегда, чтобы было три игрока сзади у нас. Ну, в целом, как бы, выполнили установку тренера. Всех с победой. Спасибо. Плей-офф продолжается. Завтра повторная встреча будет. Завтра будет не менее интересно, чем сегодня. Хотелось бы, чтобы наши болельщики нас поддерживали. Мы вас. Мы чувствуем вашу поддержку даже здесь. Болейте на здоровье. Спасибо.